Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, я вижу, меня скинули. Скинули до лиги сёгунов. Две звезды, и это в лучшем случае. Давай посмотрим. Так и есть. Еще и ранг 29. Ах, вы паршивцы такие. Ну что же, ребят, естественно, я должен вырваться вперед. Ну, хотя бы дойти до лиги мастеров, одна звезда, опять вернуться, как говорится, в свои родные покои и уже спокойненько сидеть, не нервничать и не обращать внимания на этих супостатов. Кстати, я тут, по-моему, лопухнулся, знаешь почему? Потому что я взял всего лишь одного Донателло с этого уровня, а остальные у меня 56 уровня. Так, ну хотя бы одного мы, двоих даже подгасили. И бамс. Да, мы это сделали. Мы это, ребята, сделали. Прошли, несмотря на то, что я всего лишь одного Донателло взял прокачанного, остальные были слабачками. Ну, смотри, соотношение уровней. Блин, пролистнул. В общем, они были сильнее, как ни крути. Это я тебе точно говорю. Вот только Донателло был более-менее еще сотый уровень, а остальные все там так себе. Ну что, берем Зека и Майки. 59-61. Давай попробуем. Тут идет упор больше у меня на Зека. То есть я собираюсь сейчас Зека, но хотя бы уронить парочку бойцов. А получилось только одного. Так, Макмана в минус. Отлично. Пускай лучше будет, ребята, иммунитет стоять у этого хламона. Кирби хильнул. А если мы вот так сделаем? Фигня полная. Айсит. Блин, баллон, у него же иммунитет стоит. Тогда вырубим вот этого шитика. Ну и дальше, конечно же, добиваем Кирби. И второй поединок тоже, ребят, прошел даже очень неплохо. Так, я побежал дальше и... Да. Сёгун 3 звезды, друзья мои. Сёгун 3 звезды. А это говорит о том, что мы, скорее всего, получим сегодня Лигу мастеров, наверное, 2 звезды. Ну, у меня такое ощущение, что мы, да, сегодня, наверное, умудримся добраться. Опять же, все зависит от того, сколько будут давать кубков и как будут давать. С каким промежутком. Если в 10 ступенек, долго придется пыхтеть. Если 11-15 ступенек, то мы, в принципе, быстро доберемся. Там 6-7 боев и все, и мы уже с тобой переходим в следующий ранг. Но нет, нет, ребята, не очень хорошо нам выдали. Так, я... А вот, кстати, Бакстера одного будет недостаточно здесь, поэтому я возьму Пиццелицу на прикрытие. Потому что у нас будет Бакстер, в принципе, нужно ходить первым, да, выпускает волну. А Пиццелицей, само собой, уже все это добивает. Вот так вот должно у нас быть. И так он, в принципе, и будет. Но опять же, 84-й становится... Слушай, ну 14... Вот сейчас 14 ступенек, ребята, мы пролетели. Я тебе скажу, это очень даже неплохо. Если не сказать, что это было вообще хорошо. Давай дальше тогда протестим. Ну, с маузерами, друзья мои, вы все прекрасно знаете, что против них, ну, практически на этом уровне, у которого врагов, никто не сможет противостоять. Поэтому это 100% выигрыш. Кстати, сегодня, друзья мои, именно сегодня у нас выходит дополнение. Это будет 4 часа дня, на моих часах 2 часа дня. В 4 часа дня выходит дополнение про черепашки-ниндзя «Месть Шредера». А как я вам уже ранее говорил, у меня куплено Edition, то есть с полностью обновления все будут. То есть нам только нужно дождаться определенного времени, скачать, обновить и играть. И как я вам уже ранее говорил, что там добавляется у нас Усаги, и новый персонаж будет Карай. То есть будет классно, помимо этого новые уровни, новые этапы. В общем, надо будет обязательно поиграть. Главное не забыть, а я ведь могу забыть, у меня же, знаешь... Память девичья, ё-моё. Тем более у меня тут
нахапал сейчас игр целую кучу на прохождение. Ну, я думаю, на втором канале ты заметил, да? Сейчас мы с тобой проходим и про аквалангиста игру, и морскую звезду взяли в прихватку. Skylanders у меня уже пройдены. Последняя серия, наверное, будет сегодня выложена только чуть позже. То есть одну игру прошли, две взяли на заметку. Так, а по поводу китайского... китайская пародия игры на... Как она называлась-то? Вспомни, я... Блин, вот говорю, память девичья, ребят. Игра... Как же она? Тьфу ты, блин, вообще из головы вылетела. От Ironhide. Как она? От компании Ironhide мы играли в игру Kingdom Rush, ёк-макарёк. Как такое можно забыть? От пародия на Kingdom Rush, только китайская, ребят, с китайской тематикой. Там всякая такой самурай, там еще что-нибудь. Авторские права на музыку. Ребят, я вот первую серию снял. Я когда зашел. Ладно, бог с ним, я ее выложу, но если мы дальше в нее продолжим играть, я опять же буду отключать музыку. Ну, не то, что я так хочу, ну, так надо, ребята, иначе просто-напросто ее будут блокировать. Вот. Я ничего не буду изменять, просто пускай бог с ним, штраф там будет, ну, выложим, наверное. Но если мы решим ее проходить дальше, то, естественно, уже без музла. Так, ну что, Макман здесь добивает всех оставшихся, и мы двигаемся дальше. Кстати, да, мы с тобой сейчас должны продвигаться здесь очень быстро и легко. Но... Есть контакт. Друзья, мы перешли с вами в Лигу Мастеров Одна Звезда, то есть предыдущий свой рекорд побили. Рекорд. Так сказано, да, величайший рекорд. Обычное свое состояние, ё-моё, мы, ребята, достигли, поэтому погнали. Хобана. Да, ну вот что не говори, ребята, он все-таки слабоват. Ванька, если выходил бы первым и бомбанул бы с базуки, я больше чем уверен, что парочку бы он с собой забрал. А Слэш? Слэш такого не делает. Так, ну тут мы поднялись на 13 ступенек. 13. Я не скажу, что это прям шик и блеск. Но 13 ступенек это тоже что-то дозначит. Все-таки не 9 и не 8, а 13, ребят. Больше 10. Это уже хорошо. Это хороший показатель. Опа, Ванюш, ты что, опух, что ли? Стоит он там, а? Выстоял как-то против Шреддера еще. Странно. Ну, что-то Лига Мастеров 2, 2 звезды у нас под каким-то большим, ребята, вопросом встает сейчас. Кстати, нам надо будет после, наверное, этого поединка, после этой арены прокачать Куныча на 94 уровень. Но тут вся проблема в мутагене. Если мутагены дадут нормально нам, то, само собой, мы его сможем прокачать. Если же нет, то ничего у нас не получится. Как бы там ни пыхтел, ни старался, ничегошеньки не выйдет. Ну, а тут, ребят, у нас идеальная победа, и мы двигаемся дальше. 60 какая? 61. Так, а смотри, вот они... 16-22, а до этого было 16-23. Но я думаю, ты видел, да, что был такой 16-23 и... Может, я тебя обманываю? Ну... О! Твою налево, я про не надо, ребят, вспышку. 17-23 появилось, вот оно. Запах свободы. Так. Берем так. Все. Мы с тобой сейчас просто отыгрываем остальных персонажей. Так, и сегодня у нас должно событие быть открытым на элементы. Минус. Тых-тых. Готово. Готова хламонка. Мы ее пэм-пэм. Как говорится, и отправили к праотцам. Вопрос такой был от подписчика. Возможно ли умереть в низе черепашках легенды? Если насовсем, то нет. Если в поединке, то да. А на совсем не получится. Как бы ты ни старался, все равно они, ребят, восстанавливаются потом. То есть каждый поединок это заново твой персонаж.
Ну, за исключением, конечно, там смятение из другого измерения. Там придется проходить тебе полностью. Если твой персонаж там погиб, то ты его не сможешь. Или сможешь купить, но только за донат. И восстановить, опять же, до тех пор, пока его не подобьют. То есть, как бы, умереть он не может, но его могут надолго у тебя убрать. А точнее, до конца сезона. Так, готово. Ну что, продолжаем двигаться дальше и смотрим, какая у нас позиция. Была 49-я, становится 38-я, да? А, 32-я. 17-23 по-прежнему я выбираю. И 1, 2, 3, 4. Плюс. Плюс мы возьмем, наверное, маузеров. И не так много персонажей. Там, ребят, буквально два поединка. Язык опять заплетается, потому что дядя Рэй опять 5 бутылочек холодного принял. Что-то я расклеился уже. Сегодня сдал экзамены на ту учебу, которую у нас отправляли. То есть теперь все, ребят, теперь пойду по сменам, буду работать как и раньше. Слушай, хотя, возможно, мы все-таки возьмем Лигу Мастеров. Но я не буду, ребят, сейчас что каркать. Давай мы посмотрим. Логически, если смотреть, ребят, мы должны с вами пробиться. Ну, то есть все указывает на то, что будет у нас взята Лига Мастеров 2. Но опять же ранг, ранг будет маленький. Вот, а неделька-то не забывай, что у нас скоро закончится. То есть, если я не ошибаюсь, сегодня у нас... Сейчас глянем, что у нас сегодня. Друзья, сегодня у нас четверг. Ну вот, суди сам, четверг, пятница, суббота, воскресенье, там уже понедельник. А в понедельник, как ты понял, мы прокачиваем персонажа в платиновый ранг. Раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, такой команды я не пройду. Мне в любом случае придется брать маузера. Но, ребята, здесь 73 уровень противников, поэтому не погорячился ли я взять одного маузера? Инициатива у них сейчас будет зашкаливать, они будут... А, ну если так... Ну если так, то нормально. Все. Все, ребят. Арену мы прошли с тобой быстро, и все-таки мы переходим в Лигу Мастеров. 2 звезды, 96 ранг. Подожди, блин, сегодня четверг, а не пятница. Я уже хотел пойти на это, да, конечно. А у нас с пятницы открываются все эти дополнительные события. Так что, друзья, не получится у нас ничего. Мутагена 34 тысячи, это говорит о том, что Эйприл Лунаичи у нас прокачится до 94 уровня. И ко всему прочему мы добавляем сюда Донателло Ролевого именно по скиллам. Так, нам нужно найти с собой 13 вот таких вот кружек. Мы нашли только лишь одну. Вот вторая прибыла. Третья. Четвертая. Так, это уже у нас пятая. Шестая, седьмая. Так, девятая. Десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Сколько сказал? 14, да, нужно? 14 и... 14 и последнюю, давай. 15. Все, ребят. Да, нам хватает до 4 уровня прокачать скилл. Магический щит. И все, единственное, нам остается только ежедневки выполнить. А, я уже их выполнил. Кроме серии испытаний. Вот эту я возьму. Чтобы особо здесь не пыхтеть, сразу их разобрать, получить награды, ну и, в принципе, закончить серию сегодня. Да, коротко, ребят, я не спорю. Бросаем бомбочку. Замедляха упала на всех. Так-с. Пробьешь? Пробил. А добьешь двоих сразу?
Нет. Нет, Донателло, слабоват ты еще. Зэк выдержал. Чего? А как-то он, я не помню, у него там щит, что ли, был? Почему он выдержал удар наимощнейший от Зэка? Как-то возможно вообще, ребят. Я тоже не знаю. Так, это нам не нужно, это нам не нужно, это не нужно. И все. Ну, друзья мои, я, может быть, и хотел бы сделать подлиннее, но как, если мы все сегодня сделали. Поэтому, ребятушки, всем удачи и до новых скорых видосиков.